Всем привет! Сегодня мы рассмотрим матч Барнстапль-Таун, Тантон-Таун. Весь футбольный мир 7 ноября намерен наблюдать за событиями в матче Барнстапль-Таун, Тантон-Таун, в котором встречаются очень известные европейские команды. Между ними не часто были личные встречи, так как долгое время они представляли различные дивизионы. За последние 5 лет было только 4 поединка, в которых трижды сильнее был футбольный клуб Тантон Таун, а еще в одном была зафиксирована ничья. Этот матч начнется в 22 часа 45 минут по МСК. После провального прошлого сезона руководство футбольного клуба Барнстапль-Таун отправило в отставку главного тренера, и на его место пришел иностранный специалист. Новый наставник не сразу нашел подход к своим подопечным, так что старт сезона получился немного смазанным. Но все же постепенно команда начала существенно прибавлять и в настоящий момент уже располагается на 3-й строчке турнирной таблицы. Барнстапль-Таун является одним из лучших домашних клубов данного турнира, ведь в родных стенах еще не было поражений, только в 2 матчах были ничьи. А все остальные домашние встречи завершились победами. Хозяева обладают быстрыми флангами, которые позволяют проводить молниеносные контратаки. Сейчас команда находится в хорошей форме. Выиграв 4 матча из последних 5, в лазарете ФК Барнстапль-Таун находится только правый полузащитник, но его тренер найдет, кем заменить. Из-за нынешнего турнирного положения футболисты клуба Тантон Таун потеряли уже всю мотивацию, так что настроены доигрывать сезон и мыслями уже в отпуске. 12-я позиция в чемпионате позволяет не беспокоиться команды о своей прописке в данном дивизионе, а до Еврокубков расстояние в 15 очков, которое уже никак не получится преодолеть. Так что, в последних матчах футбольный клуб Тантон Таун очень часто дарит очки сопернику, особенно это касается гостевых поединков, где команда проигрывает уже 4-й тур подряд. Главный тренер также никак не способствует улучшению результата, а начал проводить постоянные эксперименты, выпуская на футбольное поле игроков ближайшего резерва и молодых футболистов. Сразу 3 полузащитника сейчас находятся в лазарете команды, так что не смогут выйти на поле в данном матче. Что хозяева футбольной встречи Барнстапль-Таун, Тантон Таун являются явными фаворитами и одержат легкую победу, известно всем, а эксперты предлагают сделать ставку на их фору -1.5. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!